Возвращаемся к нашей трансляции. К сожалению, из-за технических причин она была прервана. Но сейчас я думаю, что все будет в порядке. Значит, в данную минуту мы находимся на Харьковском шоссе. Здесь произошло пьяное ДТП. Причина столкновения четырех машин. Есть пострадавший полицейский. Это пьяный водитель автомобиля Ford. Вот в данную минуту мы видим джип Ford с разбитой передней частью. Сам виновник стоит у машины полиции. Мы видим, что полицейская Шкода, удар спереди, удар сзади. Рядом стоит Шевроле. Чуть в стороне это Мазда. Значит, уже был тест на алкотест, к сожалению. Водитель его не прошел, у него очень большие показания алкоголя в крови. Ну, наверняка едет уже с какого-то праздника. Значит, в ДТП пострадала девушка, это член экипажа полиции. Мы пообщались с водителями, участниками ДТП, и с их слов стала известна предварительная версия. Она такова. Значит, машины двигались в сторону Ленинградской площади. Вот светофор. На красный сигнал светофора остановился Chevrolet Lachetti. Крайне левая полоса. Чуть дальше за ним остановился экипаж полиции. Также в ожидании разрешенного сигнала светофора. И буквально через каких-то несколько секунд в заднюю часть полицейской Шкоды влетает джип Ford. Удар пришелся в заднюю часть. На заднем сидении находилась девушка полицейская, ее забрали в больницу скорой помощи. От удара Ford влетает в ограду. Ну и уже в этот Ford влетает Mazda, которая двигалась в средней полосе. Мы видим, вот на место еще прибывает карета скорой помощи. Наверное, будет осматривать самого водителя. Ну и вот виновник этого ДТП. Что-то его тянет в сторону, полицейские его сдерживают, чтобы он не ушел. Да, к сожалению, праздничный вечер закончился печально. Ну, как минимум для девушки полицейской. Да, тут зрители спрашивают, пострадал полицейский? Да, пострадал полицейский, девушка полицейская сидела сзади. Удар пришелся в заднюю часть машины. У девушки травмы головы, и ее забрали в больницу скорой помощи. Люди из Мазды не пострадали. Сейчас они пишут объяснение. Водитель Шевроле также не пострадал. Ну, в первой части нашего видео вы видели сам тест, алкотест, который проходил водитель. Ну и могли видеть и слышать все эти показания. Да, к сожалению, большая часть ДТП происходит по вине пьяных водителей. Это интересуются наши зрители. Да, могу подтвердить, что все это произошло по вине пьяного водителя Форда. И да. Значит, для тех, кто только подключился к нашему эфиру, сообщу краткую версию того, что произошло. Мы находимся на Харьковском шоссе в направлении Ленинградской площади. Произошло столкновение четырех машин. Ну, первая машина — это Шевроле. Со слов водителя, он остановился на красный сигнал светофора. За ним остановился автомобиль полиции Шкода. И буквально через несколько секунд в Шкоду, в заднюю часть Шкоды, влетает Форд. От удара Форд выскочил на обочину, где влетел вот в ограждение. И уже в стоящий Форд через секунду влетела Мазда. Ну, водитель также не ожидал, что перед его машиной появится джип Форд. Значит, удар пришелся
в заднюю часть автомобиля Шкоды. Как раз сзади и находилась девушка полицейская. Ее забрали в больницу скорой помощи. Ну, предварительно это травма головы. Значит, вот находится водитель Форда. Опирается на машину. Тест, алкотест он не прошел. Что-то вы хотите объяснить, нет? Выключи камеру. И товарищ сейчас получит. Когда выключишь камеру, получишь так, что 2,47 промилле покажется мелочью. Ну да, у человека в крови 2,47 промилле алкоголя. Это достаточно много. Ну, сейчас ждут на место, вот прибыл следователь, будет идти оформление этого ДТП. Движение в сторону Ленинградской площади немножко осложнено, машины занимают три полосы. В сторону Ленинградки едут по встречной, ну, машин сейчас немного, поэтому автотянучки нет. Да, человек еле держится на ногах, вот опирается на патрульную машину. Для того, чтобы он не сбежал, на него одевали наручники, но теперь их сняли. Алкотест он не прошел. 2,47 промилле, это очень много. В ДТП пострадала девушка полицейская, ее с травмы головы забрали в больницу скорой помощи. Удар пришелся как раз в заднюю часть машины, где она сидела. Мы остаемся на месте. А подробности этого чрезвычайного происшествия смотрите в вечерних новостях телеканала ЧП-Инфо в 19:00. Берегите себя.